Да, добрый вечер, меня зовут Морозов Слава, игрок команды КБ Мотор. Сегодня первый тур был, и мы проиграли 6-4. Вот, конечно, немножко расстроен, потому что чувствовал себя, ну, конкретно я, отлично. И думал, что сейчас соберемся, но, видимо, после осенней паузы, после перерыва мы еще что-то не чувствуем взаимодействия между игроками. Нормально начали, начало было за нами, вели 2-0. Я думал, все, сейчас прекрасно закончим матч, но вот... Закончили первый тайм 3-2, а в начале второго немножечко развалились и пропускали много голов. В итоге проиграли 6-3, конечно, расстроен, будем тренироваться, налаживать связи. Спасибо соперникам за игру.